Самых сильных и выносливых студентов собрал сегодня окружной студенческий слет. В нем приняли участие учащиеся Ненецкого аграрно-экономического техникума, профессионального училища и социально-гуманитарного колледжа. Мероприятие проходило на базе Центра арктического туризма при поддержке регионального центра молодежной политики и собрало в этом году более 60 молодых людей. До места проведения основных состязаний в Центре арктического туризма студентам предстояло добираться бегом почти 7 километров. При этом на пути их ждали испытания, подготовленные региональным центром молодежной политики. Для студентки второго курса социально-гуманитарного колледжа Кристины Бабиковой это первый опыт подобных соревнований. Сложные мероприятия были, как стрелять нужно было. Я вообще первый раз стреляла, попала на втором разе. А бежать тоже было очень сложно. Еле-еле. 6 команд по 10 человек. Это сборные аграрно-экономического техникума, Ненецкого профессионального училища и социально-гуманитарного колледжа. Пока одни готовятся к творческим заданиям, другие колят дрова и готовят обед для всей команды. Программа слета рассчитана на один день. Кроме полосы препятствий, участники также состязались в национальных видах спорта, а также в испытании 13 злобных оргов. Сама суть испытания, нам надо, участникам нужно задобрить организаторов, чтобы они дали им заветные баллы. И самое главное, это не разбить яйцо, которое им выдается в начале состязания. Это и другие задания перешли от другого популярного несколько лет назад туристического слета. На самом деле у нас еще несколько лет назад было такое ежегодное традиционное мероприятие. Это студенческий фестиваль «Статус». Вот, тут, и мы решили, потом два года произошел по определенным причинам перерыв, этого мероприятия не было. Мы решили традицию возобновить в таком пока вот легком формате, без ночевок. Но зато на целый день. А цель одна – создать такое студенческое братство, студенческое сообщество, чтобы ребята перезнакомились, тем более очень много приехавших из деревень ребят, чтобы появилась такая, современным языком говоря, студенческая тусовка. Основное правило слета – строгий запрет на курение, употребление алкоголя и бранной лексики. За нарушение – дисквалификация. Здесь проблем ни у одной команды не возникло. Победителей определит строгое жюри по сумме набранных баллов. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».